сказать, а так тебе, что там, место-то есть в салоне, поставишь чинный тренировочный центр. Вот он, Семинский. Че, ух, смотрите, снег. А тут часто снег лежит на Семинском. Че, постоим? Сам пуховой кладу. Я еще и на подушке, да на бат, тогда никакая не стала. У меня тоже вот кошек, я и на одну. Ну снежок-то потрогать хотите, нет? Да мы вас хотели кепки дать. Так, а что вы напротив обои остались? Домой поедем, будьте обои. Да, еще вам просто. Едем, едем. Да, смотрите. Природно-хозяйственный парк. Ну вот здесь, вот смотри. Там он. Здесь Дмитрий себе капушку сделал. Да, здесь копали. Здесь вот это. Смотрите, вон там дом-то построен. И таких, смотри, и таких видишь. Да? Вот смотри, такая тут здесь. Пойдемте еще. Да. Народ, пойдемте. Да. Вот и уже. А время это какая время? Это тюркская. Тюркское время. Много вот таких интересных рисунков. Сцены разной композиции. Такие очень изящные. Можно отправляться назад. Сделаны. Да. Оставили камень, да. А здесь выдолблены. И вот такие, как эти, пятнистые быки. Вон так, смотри. Животные идут. И видишь, как сделано, как дорога. Ага, видишь? Да, да. Пробита. И по ней идут звери. Мифологическая сцена считается отражена. Здесь вот луч, вот колесница есть, смотри. Маленькая колесница, вот человек. О, хорошо. А вот смотри, женщина. Угу. Женщина рожающая. Да, 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 да. Вот тут много людей. А вот смотри, этот самый, глянь. Бык,
На нем груз. Да. И человек. Да. А здесь, смотри, а другой человек ведет быка в поводу. Видишь? Угу. У быка к морде привязано это, и вот еще идет человек. Угу. То есть тут много таких вот. Не очень стойкий камень. А тут видишь, смотри, вот эта вот композиция центральная, видишь, угу. Вот большая фигура. Да. И на нее сверху такой спускается зверь. Видишь, у него морда. А что это? Видишь, у него такая пасть, да. он как будто вниз головой идет. Ага, а но какое животное это? Это такой фантастический зверь. Угу. Это такой нереальный. Ага. Он у него рот с зубами, глаз, видишь, глаз круглый, потом такие над ним как бы над глазом. А тоже большие зубы. Да, и вот там у него такие, видишь, он когти, видишь, такие, вон наверху, такие вот. Да, да, да. Это лапы. А вон хвост у него хвост вот такой вот. Да. Это хвост, он у него как будто на спину вот так вот. Угу. Вот такой. И он вот на этого человека, видимо, большого нападает. И вот здесь, ну, плохо сохранились, хуже, вот еще. Да, тут еще много гравировок. Смотри, видишь олени? Да, на них их, правда, подновили. То есть это вообще древние, но уже сейчас их взяли и чем-то царапали, и они как новые. Но вообще тут много-много. Вот смотри, вот иди сюда. Смотри, здесь? Смотри, олень. Видишь, и у него как дерево, рога. Это, вот это древнее. Посмотри, тут масса. Вот эта вся стена, да. Это все гравировки. И тут есть, конечно, новые эти самые.
на транспортном контроле, на взвешивании или что там? Почему они там остались? Кто хочет сало еще? Собака. Собака дернула. При слове сало? Да, по-моему. Все. Стой. Стой, собака, стой. Сейчас они еще драться между собой будут, или у него слюни будут капать в наши кружки. Ты замолвь знак. Женя, смотри. Последний. А смотри, его точно у него слюня висит. А Павлов-то где? Съели. Собака со слюнями есть? А где Павлов? Адрес простой, Цаганор. Ну все, блин. И как звать? Все, принесли. Холодно сегодня? Ай, холодно. Ура. Я же просто перед самим. Товарищи, это увлечение.
мы ехали в прошлом году? 200 км. Доброе утро.
осколков с расстановкой. Да. Вот это наш сезон. А так было бы все серое, неказистое, да? Ну, сейчас пока не. Она будет загораживать в лагере, чтобы ветра меньше было. А ты где-нибудь, ну, молишься, может, тебя поставить? Ну, ты смотришь, где нас носить, или рыба. Да? Ну, вы выделите, и я помогу поставить. А? Да, я могу, но... Что нет, здесь не диагена, трубадур. Нет, надо прочитать. Трубадур, точно она. Да? Да. Но это очень большая, может быть, они, не надо... Они, они все у нас... четырехместные. Ну, выбирай есть... место. Да. Выбирай. Okay. Есть?
Сереж, надо, можно с вызовом снимать. Обалдеть вообще. Тихо, тихо, тихо.
зря переодевались, в панике поддались. Че, уже жарко? Солнце. Местный дух. Ага. Так его может плеснуть. Александр Константинович, вы смахиваете на местного духа. Не, я как пингвин греюсь. На солнце греюсь. Там, кстати, небо абсолютно ясное, солнце. Нет, как бы, вот так видно, да? Да, классно, театр теней. Первый вот так вот, да. Вдоль реки. Вдоль реки. Второй был. Второй на север. На север. Наискосок. Наискосок. Боже, на север и восток, да. Да. На север, второй. На
Вот, и это такая вот эти все валуны на всех этих вот маринах. Вот все в рисунках. Здесь видишь уже как-то современно местное, видимо, перебито. Вот эти вот. Вот видишь камень, камень, вот до этого уровня дойди, до камня прям. Да. Вот. Куда-то надо будет обязательно на перевале тормознуться. Первый перевал после ночевки, мы там зимники пошли, вот с него будет вот как раз укок хорошо. Шефа дома нет. Позвонить узнать. А то он может где-нибудь в Москве.